Когда началась война, мне было 5 лет и там несколько месяцев. Зима 41-42 года была очень суровой, холодно было. И мы с младшим братом, который 40-го года, то есть ему было где-то около 2 лет, баловались, играли, и он упал и разбил голову, где-то висок. Шла кровь, и он плачет, и я плачу. Я тоже ребенок, я не знала, что. И у нас стояли 2 солдатика. Мне кажется, что их звали один Фриц, а один Ганс. И когда мы плакали, оба они вышли, посмотрели, что случилось. И я поняла, я не знаю, как я поняла, но я поняла, что один из них говорит, что надо помочь, а второй говорит, нет. Но добро победило. И вытерли ранку, я впервые видела, что такое пластырь. Это было в 41-м, зимой 42-м году. Может, кто-то из них живой, ведь они были совсем молодыми. Война есть война, но люди есть люди. И вот запомнилось ребенку, я запомнила хорошее. Меня зовут Галина Александровна Мазуренко, 36-го года. Сейчас живу в Одессе и здесь бываю. А вообще-то там родилась, в Кировоградской области, Добровеличковка. Давно вы в Переходе? И конкретно в Переходе 5 лет, с 10-го года. А вообще с баяном вышла. Пенсия настолько маленькая была, что как раз хватало оплатить коммунальные услуги. Я получила пенсию, уплатила, у меня оставалось рубль 80, 2,20, вот так, живи как хочешь. И одно время я ходила на рынок и там вот подбирала, обрезала, варила супчики, а потом взяла баян и стала играть. И я не профессионал, ну вы же понимаете, где я родилась и где я выросла. Многодетная семья. Вот, ну, беда научила. Очень тяжело было вот перебороть себя, что я нищая, я иду. Одни говорят спасибо за то, что играю песни их молодости. Мы выросли в ту эпоху и знаем те песни. Очень много таких людей среднего и молодого возраста, которые понимают, что нет хорошей жизни. Баба в таком возрасте сидит и играет. У меня пенсия 1195 гривен. Мой сын инвалид, служил в Германии. Между прочим, в Германии служил. Но я забыла. Ни в Дрездене, ни в Дюссельдорфе. Маленький городок на букву «Д». А может, я ошибаюсь. Он был оператором противоракетной установки, но никто не знает, какую дозу он облучения получил. Теперь он больной, инвалид второй группы. У него пенсия 1049 гривен. А мне пенсию за 23 года незалежности повышали более 100 раз, 1195. Поэтому я здесь. И вот многие одесситы и гости понимают, что нет хорошей жизни, человек в таком возрасте сидит и играет. Серенада шла.